И раз, и два, и три. Фантастика. И всегда идет дождь. Всегда здесь идет дождь. Я не жилец. Мужчина, полежи еще чуть-чуть. Ты мне полезен. Я знаю, знаю. Сюда. И давай сюда. Единственное, поторопился, да? Буквально пару секунд надо подождать. И энергии на единичку меньше можно тратить. Оп, хорошо. И все повторяется опять. И опять дождь идет. Фантастика, фантастика. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди. И мы уже сейчас продолжаем, да, подряд. Только вчера у нас вышла серия «Новичок Grim Soul». Обрати внимание, сколько опыта дадут. 117. Чё тут обращать внимание? Ну подожди, я тебе покажу сейчас. Они, за них не дают 117. Это особенные парни, ивентовые. 117, блин. А вот обычный парень, 52. Вот так вот, вот так вот. Прикольно, да? Если ты не видел прошлую серию, обязательно ее посмотри. О, хорошо. Что я сделал без тебя? Как я и говорил, я совсем буду чуть-чуть играть без тебя, чтобы не упускать ничего. Мы наконец-таки получили с тобой фантастический сет. Прям смело его надо учить, да? Тряпичный сет, мы в нем будем бегать очень долго. Теперь нам надо как можно быстрее дойти до швейного станка. Вот, ресурсы уже заранее надо подготовить. Потому что из вот этой вот травки мы будем делать вот такую ткань. А из ткани мы будем делать плотную ткань. То есть, если ты уже дошел, красавчик, да? Если нет, имей в виду, как можно быстрее дойти и сделать. Конечно, сушилку построить. Швейных станков два. Сушилку одну, максимум одна, да? Каменетесный стол достаточно один. Лагерный костел, костер один. Сушилка для мяса тоже очень важная один. Короче, 15-й левел, да? Следующий наш прогресс, пятнашка. Загон для лютоволков. Естественно, чем быстрее ты его поставишь, тоже тем круче. Потому что эти парни, они прям вообще помогают. Ну а я в данный момент показываю тебе самый крутой лайфхак в игре. Я буду тебе его еще показывать не раз, конечно же. Почему он самый крутой? Не из-за этих парней. Это просто приятное дополнение, да? А из-за вот этого всего лута, который я набрал, вот просто за считанные минуты, перезагружая эту локацию. Я об этом говорил в прошлом видео, да? Сейчас тебе говорю, просто не выполняй задания. И ты будешь пользоваться этой локацией бесконечно. Сколько тебе влезет. Но есть куда интереснее квестовые локации. Ну ты понял, да? Они все такие. Они такие все. Ёлки-палки. Блин, ну мы не так развивались. То есть как мой основной аккаунт, ты всегда его тоже можешь найти на канале, да, в плейлисте Grim Soul. Вот, но мы не так, конечно, развивались. Все мы развивались не так, намного сложнее. Блин, вообще так изишно набрать вот это все, что у меня сейчас есть. Я в шоке, короче. Идеальные ягоды, и, блин, веревочка, да, гребаные семена, мясо чуть-чуть и куча-куча дерева. И каждый раз, когда ты возвращаешься домой, ты все это безобразие можешь скидывать, возвращаться сюда, блин, за 7 энергии и опять повторять. Супер, супер. Ох, сколько крови. И не говори, мужчина. Что здесь произошло? Рассказывай мне быстро. Быстро, блинчики. Прокаженные. Десятки. Сотни прокаженных. Они будто ждали нас. Но как? Где повозка слека... Ури! Где кнопка Ури? Повозка осталась. О, нет. Снова они. Ой, а я, кстати, такого не помню. Ну, то есть, ты понял, да? Разговор уже начался. Я, если сейчас и убегу от них, да? Стань одним из нас. Блин, мужчина, мы уже говорили. Вот дождь идет, казалось бы, должны были все смыть. Нет, вонь есть. Мужчина, вы воняете. Я не хочу быть таким, как вы. Вы очень невкусно пахнете. И каждый раз, да? Гениально! Это ж просто гениально!
Так, давай мы накажем вот этого парня. Ну, ты понял, да? Надо нормальную еду взять. Зачем тратить эти ягодки? Мы их будем превращать в хороший хил. Это будет продуктивней. Это ги... Ты понял, да? Ты понял, что я понял, что ты понял? Просто сделаем небольшой тест. Обрати внимание, задание уже прет, да? Вовсю. Надо наказать всех бомжей. Ну же, убей их! Мужчина, простите! И убегаем, да, вдаль. Ну-ка, давай идем. Блин, это гениально. То есть можно увеличить производство опыта еще больше. То есть вызывать этих бомжей. А чего нет-то, да? Я не доделал задание. Ну ты понял, о чем я, да? Я прихожу, и если они все нафиг опять отреспились, какая это грязь! Какая это грязь! А они, скорее всего, все отреспились. То есть все заново, все вспять. Да, блиночки, да! Это просто эпик, фантастика! Я не знаю, просто супер. Да, это жестко. Это очень жестко. Ладно, давай на этот раз мы все-таки сделаем это задание, да? Левелап тоже вот так можно прокачать. Ну, сильно не заостряй внимание на этом задании. Чуть-чуть по фарме и хватит. Это был последний. Как я могу помочь? Для меня уже поздно. Я потерял много крови. Но лекарства нужны. В убежище повозка осталась. О, я прошу о многом, но у меня нет выбора. Спаси их, блин. Друг, нет, ты что? Ёлы-палы, напугал. Чё ты так дергаешься? Нужно вернуться домой. Вот это уже не повторить. Для каждого странника это очень важный момент. Обрати внимание, сейчас, когда я с нее уйду, все, до свидания, локация. И она испарилась. Сколько раз ты хочешь ее зафармить? 10? 5? 3? 20? 50? Сколько хочешь? Вперед, вперед, сколько хочешь? Что нам скажут? Вести приходят на крылья воронов. Это есть такая тема у нас, да. Ну и все, как бы, да? 5 кож, надо место освободить. Оу, ничего себе, а у нас первая медь, мы с тобой производство не останавливаем, развитие не останавливаем, поэтому, прям вот так сразу сходу, да, я не стал это делать все без тебя, потому что я хочу, чтобы ты видел весь прогресс, в этом суть нового человека в Grim Soul, новой жизни, да, если я буду что-то там много сам бомбить, ну это будет неприкольно, согласись, вот, и я о том же. Надо, чтобы ты видел абсолютно все этапы развития. Конечно, конечно, это надо, блин. Все, вот теперь хорошо. И это должно все работать нон-стопом. Друзья, про эгиду багряных ангелов. Видел я хейтерские комментарии. Нет, первый совет в игре. Не активируйте эгиду багряных ангелов. Я не спорю, 472 рубля в неделю это недешево. Но 3 дня-то бесплатку, почему бы не использовать? Как ее отменить? Эту эгиду багряных ангелов. Давай покажу, это несложно. Все очень просто. Google Play аккаунт. Заходишь в него. Дальше вкладка подписки. Она прям так и называется, подписки. И вот он, Grim Soul. 472, неделя, срок действия истек. Здесь у тебя будет отменить подписку. Берешь ее и отменяешь. У тебя она будет в активных. Заходим в аккаунт и проверяем. История покупок. Вот моя история покупок. Я не платил ничего за первые 3 дня бесплатных, друзья. Если вы не знаете, не надо обвинять ни меня, ни разработчиков, что там кто-то обманывает кого-то. Никто никого не обманывает. 3 дня действительно идут бесплатные. Что по факту тебе даст эти 3 дня бесплатные? Ты можешь посмотреть и оценить, тебе это надо вообще или нет. Ради этого и дают нам бесплатную. Уровень VIP растет с каждой неделей. Бл-бл-бл-бл-бл. По окончанию периода. Бесплатный период 3 дня. Нажимаем активировать, и мне пишет, вы уже использовали бесплатный пробный период. Подписку можно отменить в разделе подписки в Google Play в любой момент. С эгидой багряных ангелов мы разобрались. В общем, активируй ее. Если ты еще не использовал свои бесплатные 3 дня,
Блин, забери их. Я уже подробно в плейлисте Grim Soul рассказывал, что это такое. Но это жесть, это очень круто, конечно. Если у тебя есть возможность, да, значит, купить себе эгиду. Это крутая штука без Б. Она на первый взгляд такая невзрачная, но на самом деле это очень много. Сколько уже скопили, ужас, да? И чё, куда копим-то? Нормально. Мы найдем с тобой, куда это все потратить. Так, нам нужны новые ящики. Завершаем. Лекарство от смерти. Верните лекарство. Стражник сказал, что это была засада? Интересно. Похоже, что кто-то направил этих прокаженных. Я разузнаю об этом. А ты тем временем отыщи лекарство. Я отметил место, о котором говорил стражник. Но не рассчитывай на многое. Наверняка бандиты или животные давно все расхитили. Твой друг. Фантастика. Так, ладно, давай, готовимся, да, готовимся дальше. Так, ящички надо делать, короче. Крестьянский сундучочек. Делать там ящики из каких-то трупов, там, т-т-т-т, блин, я не знаю, ну, мне пока что это не требуется. Можно ли тут так? Конечно, можно, тут вообще много чего можно. По чуть-чуть, да? Камушки я не вырубаю, потому что у нас пока нет в игре никаких рейдов, бояться нечего. Здравствуйте, гвоздичек, блин. Ну, как бы да, если в здании, да, тогда все фантастика. А так он тебя будет наказывать. Оп, хорошо, да? И вот сюда я сразу ставлю ящичек. Что-то наподобие у меня на основном аккаунте. Но не так. Наподобие, но не так. Здесь делаем дверь. Что это за здание, я пока не придумал. Но оно уже есть. Хорошо, и... Нам позволяют, делаем еще ящик. Вообще супер, да? Все, проблем с местом нету. Было бы что, значит, хранить. То есть здесь у меня хранятся семена и всякая шляпа, да? Здесь, в принципе, можно засовывать всякие ягодки и мясо, если я буду таким образом шутить. Гвоздь убежал, ты видел, да? Почему? Я зашел в помещение. То есть либо помещение, либо-либо. Вот это я все по привычке, я просто знаю, чего делаю, да? Поэтому я это уже разделяю. Это то, что заряжаем в костры, в сушилки. Смотри, ботинки броней тряпичные не обладают. Они, значит, дают только скорость бега. Нужна ли она и важна ли она? Блин, безусловно, она нужна. Что еще такого прогрессивного у нас уже произошло? Мы научились делать с тобой лопату. Это первое фантастическое оружие, которым, блин, мы будем крафтить и нагибать. Проблема только гвозди, да? Давай я тебе... Во-первых, они падают с рыцарей. Вот, это раз. Ну да, парни жесткие. Также вот на этом верстаке можно производить гвозди. Со временем у тебя проблемы с гвоздями не будет. Но поначалу это такая достаточно ценная вещь для новичка, да? Так, стандартно берем вот эту штуку. И поехали. Они придут за тобой, рано или поздно. Так, первое, что мы должны с тобой оценить. Лекарство от смерти, запомни это задание. Я показал тебе за 8 энергии, да? Сейчас показываю. Здесь надо энергии, к сожалению, уже в 2 раза больше. Стоит ли оно того? Ну давай. На одну энергию меньше тратишь, когда чуть-чуть буквально подождешь. Что мы сейчас с тобой должны выяснить? Как... Не пройти это задание. Вот наша с тобой сейчас задача. Давай для начала я полностью соберу все с локации. Узнаем, сколько ты за одну ходку будешь снимать тут ресурсов. Ну, то есть, да, уходишь в соседнюю локацию, забегаешь сюда, все по новой. Все эти ресурсы добываешь заново. Очевидно, я подойду к повозке, начну поднимать лут, побегут бомжи. Поехали дальше. Лутаем коника. Коника точно можно облутать, в нем лекарства никакого не будет. В нем будет стандартное мясо, конечно. Фу! Заперто на ключ. Он должен быть поблизости. И понеслась жара. И понеслась. Волны. 90 опыта. Их можно хорошо фармить, если быстро справляться с врагами, да? Чтоб тебя париком не бомбили. Оба-на. Ну ладно, чуть-чуть затупил. Если, допустим, сейчас быструны еще будут там, да? Вот, они есть, конечно. И уже такая, блин, не то что проблемка, но...
Ну ты понял, как левелап можно быстро прокачать? Ну это, конечно, гон. Почему? Они и повышены, за них больше опыта дают. Слушай, пока я не вижу, блин, крутости этой локации, честно. Ничего, толпа какая бомжей. Если по кругу в одну сторону будешь обходить, таргет меняться не будет. Ну, будут еще задания. В чем фишка? И вот когда какое-то задание классное ты ищешь, да? И ты считаешь, блин, задание вообще уберское. Перезагружай его, не проходи. Бомби на нем ресурсы. Вот то задание мне нравилось больше, честно. Спокойно со спины всех убиваешь, да, и такие важные ресурсы настреливаешь. Ключ, наверное, у одного из мертвецов. Ничего подобного, я всех убил. А, вот так вот. Его просто взяли и положили, да, в одного из бомжей. Ключ от повозки. Но это прохождение задания, да? Никакой ценности я тут не вижу. Ни шкур, ни волков, никого. Все цели выполнены, все, задание выполнено, да, локация сейчас исчезнет. Если б я одного хотя бы пацана не убил, я мог бы дальше перезагружать ее. Но, говорю, смысла в этом маловато, да? Завершить. Посетите сосновый перелесок, убейте оленей, приготовьте жареное мясо. Это фигня. Посети руины, подземелья отрекшихся. Это тоже фигня, это не локации. То есть это обычная тема, да? Если уж мы сюда прибежали, да? Что хочу тебе сказать про эту локацию? Вот эти гробы, в них можешь складывать лут, он никогда не исчезнет, ты пользуешься ими как складом. Но о складах и таких лайфхаках мы с тобой поговорим попозже. Ну вот, давай я оставлю эти перчатки здесь. С ними уже ничего никогда не случится. Это то самое подземелье, да? Первое из двух подземелий и пока что самое важное в игре. Теперь возвращаемся домой. Так, что еще за задания у нас были? Нам нужно локацию выбить. Убей оленей, приготовь жареное мясо, посети сосновый перелесок. Даже лутать не будем. Ну и все, возвращаемся. Сейчас только оленя своего заберем. Я сказал, мы его не будем лутать, потому что с медведем не справимся. Но совсем не лутать? Нет, ну зачем? Я сейчас заберу. Когда ты залазишь в инвентарь, все как бы, да? Ты встаешь, ты не остаешься на корточках. Ну, если ты кого-то лутаешь. Имей в виду, быстро схватил и убегай. К тебе уже идут. Убежище. Спасите выживших. Лекарства и еда у тебя... Лекарства и еда у тебя. Отлично. Теперь нужно отнести все это выжившим. Я отметил убежище на карте. Только помни, это обычные люди. Если они умрут, то уже не смогут воскреснуть. Они слабы и беспомощны. Их единственная цель — выжить. Нас же с тобой ждет куда более важная миссия. А теперь иди. Уже не один череп. То есть здесь уже посложней. И... эту локацию мы можем перезагружать. Главное, не выполняй задание. Убежище. Замок, 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 замок. Блин, пока ничего ценного не вижу. Нам нужна ресурсная локация, вот просто тупо, да? И тогда прям классно, блин. Кстати, да, есть еще один фантастический вариант, не могу тебе его не показать. Шипы. Но смотри, ты об них тоже коцаешься. Видишь, да? Он получает урон об шипы. Ну, то есть, теоретически, можешь вообще с голыми кулаками вот это задание пройти. Как нефиг делать. Если я сейчас выйду и убегу в соседнюю локацию, всех бомжей надо будет заново бомбить. Кто ты? Где все выжившие? Меня зовут Элиза, остальных поразила болезнь. Осталась лишь я. Когда заразились муж и сын, я спряталась здесь. Они царапали дверь, пытались добраться до меня.
Я не смогла их убить. Я не знаю, что делать. Слышишь, новые зараженные, нам некуда деваться. Да. Они здесь будут сейчас приходить, да? А мы их будем бомбить. Волны. Негодяйские волны. Можешь об шипы их убивать. Без проблем. Смотри, здесь замкнутый круг. Ништяк. Пора вернуться к Элизе. Ништяк вообще. Гребаный лук. Одну штучку использовал. Кажется, никого не осталось. Придут новые. В этой борьбе нельзя победить. Я помогу тебе. У меня есть еда и лекарства. Слишком поздно. Забери себе. Оставь меня здесь. Мне нужно похоронить родных. Все цели выполнены. Все, локация исчезнет, как только я вышел. Ты видел, если ты хочешь ее перезагружать, да, тогда не подходи к Элизе, когда тебе пишут. Подходи к Элизе, все. И все, и убегай отсюда. Ну смотри, вернешься, дом будет запечатан, и все будет по новой. Все будет по новой. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, конечно же, оценил луксом. Подписывайся на канал, видос выходит каждый день. Регулярно играем в Grim Soul. И как я и говорил, чем больше ваших лайков, ваших просмотров, естественно, тем раньше выходит Grim Soul, как сейчас. Это был самый крутой лайфхак для новичков. Локации, которые появляются, ивентовые, повторюсь, они перезагружаются бесконечно. Главное, не проходи задания до конца. Лекарство от смерти. Раз. Пропавшая повозка. Два. Ну, в самом начале две локации. Фантастика, особенно которая за 8 энергии. Вообще топ. Побомби ее чуть-чуть и потом двигайся дальше. Будут другие локации, такие же перезагружаемые. И на них мы остановимся на подольше, да? Но пока я не видел ценность никакой здесь. В общем, удачи тебе. Не пропусти следующую серию. Пока-пока.